Республиканский перинатальный центр в целях снижения риска рождения недоношенных детей проинформировал о важности соблюдения врачебных рекомендаций. Что нужно знать будущей маме, чтобы обеспечить себя от угрозы, расскажет Дарья Тендит. Рождение недоношенного ребенка является большим стрессом для семьи. По статистике, количество преждевременных родов увеличивается. Чтобы обезопасить себя от угрозы, будущей маме важно вести правильный образ жизни и отказаться от вредных привычек. Регулярно наблюдаться у специалистов. Вовремя делать прививки, чтобы обезопасить себя и ребенка от серьезных инфекций. Научно доказано, что если ребенку в первые 12 часов жизни ввели препарат от гепатита Б, то ребенок приобретает устойчивый иммунитет к вирусу. Вакцинация детей проводится с письменной согласия родителей, отметила доктор Фатима Хубиева. Недоказанные вещи, чьи-то призывы не вакцинироваться. И что стало результатом? Во многих регионах Российской Федерации, да и во всем мире, подняла голову корь, опасное заболевание, которое заканчивается часто или летальным исходом, или энцефалитом, менингитом, после чего, если даже выживший может остаться, инвалидом. Плюсов от вакцинации много. Препараты с большим стажем использования неоднократно доказали свою эффективность. Они проходят тщательный контроль и многочисленные исследования на территории России. Обычно малыши хорошо переносят прививки. После вакцинации за состоянием ребенка наблюдают специалисты. Бывает и так, что дети по состоянию здоровья получают отвод от вакцинации, говорит Фатима Магомедовна. Только вакцины, ослабленные БЦЖМ. БЦЖМ никогда не вызывает побочных эффектов. Сегодня очень важно заботиться о здоровье. Ответственная подготовка к беременности – залог рождения здорового ребенка. А вовремя сделанная вакцина способна уберечь от тяжелого и опасного заболевания. Дарья Тендит, Медина Джанкезова, Мухаммед Ишибоков, Вести Карачаево-Черкесия.